Йоу-йоу-йоу, никому не нужны блог. Никому не нужны блог. Идем в мастерскую Паши. Потому что там есть очень классный инструмент, который надо немного довести до ума. И потом поедем на студию писать его с оркестром. Смотрите, это Баунти, вот, это Сникерс, это Марс, вот, а это Равновесие, Твикс, вот, и это Дзен, это вообще как бы что-то новенькое. Инструменты, которые делают ребята, очень сложно настраивать, потому что это надо делать механическим способом, и без слуха здесь не обойтись, поэтому в мастерской работают реально одни музыканты, причем очень хорошие. Понять, что происходит, фазирование и прочее.